Привет, орбита! Ну что ж, у нас сегодня маленькое, но очень значимое мероприятие. Те, кто давно ездят к нам в лагерь, они знают, что мы в конце каждой смены награждаем лучших из лучших за участие в творческих номерах. Называется это премия «АС». Ты знаешь, что такое «АС»? Да. Александр Сергеевич. Это неправда. «АС» — это человек, который чего-то достиг в своей жизни. Например, пилот «АС» — это тот, кто лучше всех летает. Человек «АС», который тоже чего-то хорошего достиг в своем деле. Ну, давайте начинать. У нас здесь нет наград, у нас нет магнитиков, ручек или чего-то еще. У нас просто есть всего лишь навсего... Признание. Да, и почетная грамота, и увековеченное имя в истории лагеря. Приехали вы один раз, или вы уже пятый, десятый, или, может, последний раз в лагере. Ну что, начнем. Начнем. Первая наша номинация – это «Лучшая танцовщица». И здесь победителями стали... Победителем в номинации «Лучшая танцовщица» 4-го отряда становится... Баранова Карина, 4-й отряд. Вы еще можете, если у вас есть что-то сказать, кому-нибудь сказать спасибо, поблагодарить. Вы можете взять у Андрея микрофон и поблагодарить. За достижение в области творчества в номинации «Лучшая танцовщица» из 3-го отряда награждается Комарова Дарья. В номинации «Лучшая танцовщица» 2-го отряда побеждает Климук Анна. Лучшая танцовщица из 1-го отряда награждается... Драчёва Варвара! А также еще одна лучшая танцовщица из 1-го отряда... Брянова Анастасия! Вот они, лучшие 5 танцовщиц этой смены. Аплодисменты! А мы переходим к следующей номинации. Следующая номинация – лучшая актриса. Так вот, лучшая актриса в 4-м отряде становится... Клименко Юлия! Фрейкин Боб из Карлсона. И малыша. В номинации «Лучшая актриса» 3-го отряда становится победителем Чернобалова Василиса. Тот самый Чечкин. А также Алимова Анна. Третья. Это кот матросский. Ой, шарик, да. Ну и победителем премии «АС» в номинации «Лучшая актриса» во 2-м отряде становится... Шашкова Мира с 2 «Р». Лучшая актриса 1-го отряда награждается Букина Елизавета.
актрисы этой смены. Ваши аплодисменты. Переходим к следующей номинации. Следующая наша номинация – это лучший актер. И здесь лучшими стали в четвертом отряде Герменев Лев. Комаров Робер. Собственно, Малыш и Карлсон. Спасибо. И лучший актер Ас. Мы так поняли. Это Винни Сосонков и его речь. Лучший актер третьего отряда. Это дядя Федор Иванов Владислав. И победителем премии в номинации «Лучший актер второго отряда» становится... Яшин Артем. Ну и первый отряд. Победителем премии... В номинации «Лучший актер» становится... Зеленин Владимир. А также... Ковырзин Евгений. Вот шесть... лучших актеров этой смены. Молодцы. Ну а теперь переходим к награждению за ваши номера. Лучшая визитка, музыкальный номер, танец и так далее. Ну тут вы уж сами смотрите, кого приглашать из своего отряда, кто этого больше всего достоин. И в первую очередь мы награждаем победителя премии «Ас» в номинации «Лучшая визитка». И лучшей визиткой признана визитка отряда... Номер один «Face ID». Молодцы. Скажи что-нибудь. Как ты благодарна Лаке? В первую очередь я благодарна своему отряду. Вы все большие молодцы. Мы с вами очень классно провели эту смену. И показали себя, мне кажется, везде, где можно, с лучшей стороны. Лагерь, спасибо за справедливую оценку наших талантов. Ура! Кстати, о талантах. Так, лучший номер на конкурсе талантов. Победителем признается... Тихачева Ольга, первый отряд! Походу, еще спит. Дождь, темно, время поспать. А мы переходим к награждению в номинации «Лучший музыкальный номер». Ну, ее надо было давать по идее нам с тобой, потому что это мы его написали и спели. Ну, я думаю, вы уже догадались, что лучшим музыкальным номером становится номер... «Простоквашино», третий отряд. Следующая наша номинация – это «Лучшая пьеса». И в номинации «Лучшая пьеса» победителем становится... «Сказка о потерянном времени в телефоне», второй отряд. И ее режиссер Мира Дверев. Что-нибудь скажешь? Ну что ж, еще одна номинация.
как вы догадываетесь, наверное, это лучший танец. И лучшим танцем становится танец «Журавли». Первый и четвертый отряд. Представители четвертого отряда и первого, пожалуйста, на сцену. Не перепутайте там с отрядами. А скажи что-нибудь, пожалуйста. Аплодисменты. Очень сказать спасибо четвертому отряду и девочкам с первого отряда. Этот танец давался нам довольно-таки сложно, но мы с вами его сделали максимально классным. И спасибо жюри за справедливую оценку. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ж, у нас есть еще несколько номинаций. Это почетные номинации. Есть номинация «Звезда», есть номинация «Мастер», но их мы будем вручать завтра на концерте вожатых. Ну а на этом все. Наше мероприятие такое вот короткое закончено. Всем спасибо, приезжайте в «Орбиту».